Здравствуй, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь на улице Латышева, в районе улицы Латышева, возле 30-й школы. Здесь несколько лет тому назад чудным образом был построен вот такой магазинчик. Я в прошлом году делал о нем репортаж неоднократно. Заместитель директора 30-й школы по хозяйственной части обратился к городским властям. Почему? Потому что здесь было пристанище бомжей, гадюшник, мусорка и т.д. и т.п. Сегодня жильцы мне позвонили и сообщили о том, что здесь проводятся демонтажные работы. То есть власти приняли решение этот магазинчик все-таки убрать. Ну, если нет хозяина этому магазину, значит, ему такая судьба. Я надеюсь, что все пройдет нормально. Сейчас мы видим, что остался только металлический каркас. Я вам покажу сейчас. Дальше, я думаю, все будет демонтировано и убрано отсюда. И рядом со школой все-таки наведен будет порядок.